Сегодня днем президент общественного благотворительного фонда «Город без наркотиков» Игорь Варов заявил о том, что в конце прошлой недели ему угрожали убийством. 20 числа этого месяца, 15-20, в городе Верхняя Пышма, мы разговаривали с Долевским. В разговоре он сообщил мне, что на меня готовится покушение. Текст сообщения вот приблизительно так. На тебя готовится покушение, хотят убить синие. Сделать из тебя мученика, а свалить все на правоохранительные органы. По словам Варова, он оценивает эту угрозу реально и уже написал заявление в прокуратуру и ФСБ. Я написал заявление в УБОП с копией ФСБ, так как я являюсь не только президентом некоммерческого фонда «Город без наркотиков», но и начальником штаба правительственной комиссии. Там заявление так, прошу разобраться с этим. Вероятность такого покушения на его жизнь, по мнению Варова, очень большая, тем более, что угроза уже не первая. Это уже не первый раз, и Кабанова предупреждали, как бы, и нас всех предупреждали. Что касается возможности этого, ну, если и есть такая возможность, она, скорее всего, есть на сегодняшний день, то именно так вот я бы и поступил на месте, допустим, там, предателей правоохранительных органов, именно так я и поступил бы. Я бы сначала через какого-то человека распустил слух, что меня хотят, допустим, убить синие, а потом сам убил бы. И уже как бы была бы первая версия, что убили синие, а хотят свалить на милицию.